Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить юбку для дочки. У меня остался кусочек трикотажной ткани. Я покупала метр такого трикотажа. И мне хватило из этой ткани сшить, из метра мне хватило сшить платье, шорты. И сейчас вот еще у меня остался кусочек, я могу шить из него юбку. Так как юбку я буду шить без выкройки, поэтому необходимо только снять мерки с ребенка, такие как обхват бедер и обхват талии, а также длину юбки. У меня уже есть все мерки, теперь раскладываю ткань и буду вырезать два прямоугольника. Можно также сделать один прямоугольник вырезать. Если у вас достаточно ткани, то можете сделать один прямоугольник, и у вас будет всего лишь один шов. Вырезаю два прямоугольника, это будет передняя и задняя части юбки. Длина прямоугольника у меня равна полуобхват бедер плюс 3 сантиметра на свободу облегания и плюс 2 сантиметра на припуск. Ширина прямоугольника равна длина юбки плюс 3 сантиметра вверху на кулиску и плюс 2 сантиметра внизу я добавила на подгибку. И точно так же вырезаю второй прямоугольник. Теперь складываю два прямоугольника лицом к лицу, скалываю с одной и с другой стороны и стачиваю на оверлоке. Если у вас нет оверлока, можно также сшить на швейной машине, предварительно поменяв иглу на иглу для стрейчевых тканей. Я уже обработала на оверлоке верхний срез на юбке. Теперь подгибаю вовнутрь на 3 сантиметра. Прокладываю строчку на швейной машине. Также оставляю небольшое отверстие незашитым, чтобы потом вставить резинку. Я уже сделала кулиску, теперь отрезаю нужный размер резинки, беру булавку и вставляю резинку в кулиску. Теперь стачиваю резинку в кольцо и зашиваю оставшиеся отверстия. Вот так у меня получилось, юбка практически готова. Мне осталось только обработать низ юбки. Подгибаю юбку на 2 сантиметра вовнутрь и подшиваю двойной иглой. И вот такая у меня получилась миленькая юбка. Теперь примерю ее на Сашу. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Также подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь в Инстаграм. На этом все. Мы с вами прощаемся. Всем пока.